режиссер взвода представляет фильм «Уолл-стрит». Рынок стоит. Когда упадет до 18, бери все. Происходит что-то серьезное. Сообщай, куда идет и что видит. Дополни картину, Бат. Я таким не занимаюсь. Продай свою гордость. Я могу лишиться лицензии, это внутренняя информация. Чтобы получить власть. Ты не внутри, ты снаружи. Я понял, чем он живет. Алчностью. Бедность больше не благородна. Алчность — это хорошо. Алчность работает. А что движет тобой? Страх бедности. Но все изменится. Я сажусь на экспресс. Ладно, сэр, я ваш. Променяй свое спокойствие. А мне с этого что? Солиднейший куш. Это лишь начало, Бат. Если начнутся проблемы, вы сами по себе. Все обрывается на вас. На решительные действия. 1% населения владеет половиной богатства США. 5 триллионами долларов. Для этого нужна лишь внутренняя информация. Мне плевать, как и где ты ее возьмешь. Кажется, ты мне должен. Тогда выйдет обменять то, во что ты веришь. Он вертит тобой, а ты не замечаешь. На то, чего ты хочешь. Мне позвонили службы безопасности и попросили отчеты. Это серьезно? Я не знаю, откуда у тебя информация, но мне она не понравилась. Майкл Дуглас. Почему ты их топишь? Потому что это возможно. Чарли Шин. Когда это кончится? Сколько тебе нужно яхт? Сколько денег? Дэрил Ханна. Может выйти, что иметь деньги и в раз потерять? Куда хуже, чем не иметь их вовсе. Мартин Шин. Я вижу завистливого старика, который не может простить сыну, что тот стал более успешен. Ты видишь человека, который никогда не оценивал других по толщине кошелька. В фильме Оливера Стоуна «Уолл-стрит».